На границе с Венгрией задержали 6 нелегалов. Пограничники задержали группу лиц, которые, преодолев заградительный забор, попытались незаконно пересечь украино-венгерскую границу. На границе с Венгрией пограничники задержали 6 нелегалов. Об этом в среду, 28 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. По данным ведомства, около 6 часов утра пограничники заметили группу лиц, которые, преодолев заградительный забор, попытались незаконно пересечь украино-венгерскую границу. Правонарушителей задержали на расстоянии 15 метров от линии границы. Ими оказались один мужчина и 5 женщин без документов. Все они сообщили, что являются гражданами Вьетнама и намеревались после незаконного пересечения государственной границы Украины улучшить условия своего проживания в одной из стран ЕС, говорится в сообщении. Для составления протоколов об административных правонарушениях и проведения фильтрационных мероприятий иностранцев доставили в отдел пограничной службы Лужники. Ранее литовские пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которые спрятались в полуприцеп тягача с российскими номерами. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.